сотрудниками уголовного розыска были задержаны граждане, употребляющие наркотические средства, которые в дальнейшем были привлечены к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. В дальнейшем был задержан 11 апреля 2015 года был задержан непосредственно гражданин, сбывающий наркотические вещества на территории Качканарского городского округа. Значит, 31 июля 2015 года расследование уголовного дела в отношении данного гражданина закончено, дело направлено в суд.